Всем привет! 19 января 2022 года. Праздник, замечательный, великий праздник Крещение Господне. Я этот праздник очень люблю. Такая энергетика хорошая. Святогорск обычно на Крещение более людно. Я не знаю, может потому что будний день, а может потому что я приехал сюда в 14 часов после обеда уже. Ну, тем не менее, вот везде шашлык, пахнет шашлыком. Все организовано очень хорошо. Мы приехали после обеда и успели еще посвятить воду. Людей же мало, но все равно, когда соберутся, батюшка выходит и освещает. И вот МЧСники, спасатели. Все это есть. Скорая вот на пляже. Там вот купаются, ныряют. И еще за мостом тоже ныряют. Ну там есть тоже спасатели, но тут все более организовано. Тут вообще шикарно. Есть костры. Можно подойти погреться. Какое-то покрытие прям до воды. То есть вылазишь и комфортно можно греться. Сразу же тут чаек, шашлычок. Будем купаться. А потом горячий чай, шашлык, шашлык. Ума, ты же настрой там в этом, нормально. А то Лена, я начала и вот это классно придумали. Супер. Thank you.